привет! С вами самая яркая и веселая рубрика «Поставь». И мы ее ведущие Егор и Даня. Приветствуем вас! Несмотря на то, что на улице вовсю цветут деревья и светит солнце, в нашей съемочной группе захотелось немножко окунуться в атмосферу зимнего настроения. Именно поэтому сегодня мы заглянули в гости на ледовый каток ТРЦ «Караван». Каток – одно из самых любимых развлечений детей и взрослых. С 8 утра до 11 ночи любой желающий может насладиться катанием. Здесь можно незабываемо провести время с друзьями, кругу семьи или просто покататься одному. Очень уверенно стоит на коньках, поможет и подскажет профессиональный инструктор. На катке есть замечательные и очень милые зверята. Это помощники фигуриста. Мишка, пингвинчик и котик помогут вашему малышу уверенно стоять на коньках. Наш каток – одно из любимых развлечений детей и взрослых. Уже более 8 лет мы принимаем посетителей и предоставляем комфортные условия для катания. Каток ТРЦ «Караван» работает ежедневно, круглогодично, с 8 утра до 12 часов ночи и считается одним из самых лучших катков в городе Харькове. Мы предоставляем скидки для студентов, для пенсионеров, для именинников. Также существует тариф «Безлимит». Это единый билет на весь день для истинных ценителей катания на ледовом катке. Привет! Поделись своими впечатлениями о катке. Ну, конечно, круто кататься на таком большом катке. Очень круто и очень замечательно. А как ты научился кататься на коньках? Ну, я поначалу катался на роликах, научился, теперь вот на коньках сразу же стал кататься. Для всех желающих научиться кататься вне зависимости от возраста, у нас работает профессиональный инструктор. Также работает фотограф. Все яркие моменты на льду он запечатлит, и вы можете приобрести либо сразу после сеанса, либо же на нашем сайте katok-karavan.com.ua. Только у нас и только для вас. Огромный выбор коньков от 25 до 48 размера. Поддержка для деток в виде пингвина, котика и мишки. И приятная музыка на льду. Приходите на ледовый каток ТРЦ «Караван». Вы получите массу прекрасных эмоций и ярких впечатлений. Своими впечатлениями о ледовом катке в ТРЦ «Караван». Мне нравится сюда ходить с ребенком. Ей очень нравится кататься на коньках. Я часто привожу сюда. Нравится лед, нравится атмосфера, музыка здесь. Ребенок очень доволен. Расскажите, пожалуйста, почему вы пришли именно сюда? Здесь самый хороший лед в городе. Как научились стоять на коньках? Тяжело. Сначала тяжело было, но с опытом все приходит. 2-3 раза и уже все получается. Спасибо. Лед, музыка, друзья и экстрим. А что еще нужно для хорошего настроения? С вами были Егор и Даня. В рубрике «Поставим». Хорошего вам настроения. Пока! Я не умею кататься, спасите меня!